Атазменты оравой кипишнули, ребята вилы, к бабке не ходи. Деваться некуда, кругом полно нарядов, тюрьма, процесс и зона впереди. Эй, ментяра, продерни в натуре, или не в хипишка раз протусуй, или навеки пожить как пропура. А чё так рано? Ничего себе рано. Все по звонку вытянул. Все равно рано. Сережа. Сереженька. Чё ты боишься-то? Ну, чё ты боишься-то? Иди, поздоровайся, внучок вернулся. Страдалец ты мой. Прописывать не буду. Маня, кончай спать, брательник приехал. А у меня подруга как раз. А? А-ля-ля. За свиданьцем. Ну-ка. Ого. Ух ты, ёкала, Маня. Маня. Ее батяня из дома выгнал. Выгнал? Доброе утро, тетя Рая. Сейчас. Сейчас. Ой,
Я жду. Жду. Понравилась девушка, а? Хорошая маня. Понравилось, понравилось. Я жду. Где моя гитара? А может, она в моей комнате? Гитара. Я вас спрашиваю, где моя гитара? А чё без гитары, не в кайф? Ты мне кого подсунула? У нее мозги канарейки. Я серьезно спрашиваю, где моя гитара? Она там на гвозде висела. Трудно работать, что случилось? А гитару украли среди бел дня. Какой ужас. Вернулся. Гитару ему подавай. Э, что? Звонил ты? Я, Сергей. Николай. Уходил из одной жизни, вернулся в другую. Нравится? Не знаю, не пробовал. Сейчас на свободе возможности большие. Да уж я вижу. Двух тёлок снял из общежития. Так я пустой. Так я же тоже. А я Грачку скажу. Грачку скажу. Зачем? Я ему сам скажу. Ну, нет. Ну зачем? Грачек, зачем тебе столько? Град придет. Таких девушек нет, чистый понт. Да? А это? Эй, девушка, как вас зовут? А вам зачем? Пускайтесь к нам, сходим куда-нибудь, посидим. Прям спустилась. А что вы любите? Шерри бренди, водка Смирнов. Пиво в баночках. Можно и в баночках. Вера, сходи в булочную, купи мне батон. Вера. Вера, так ты пойдешь? Мне долго тебя ждать, а? Ну чего ты орешь? Тут и дети живут. Дети, одни тёлки. Вера! Вера! Вера, так ты пойдешь? Вера! Вера! Курятник, ей-богу, курятник. Сережа, выбирай. Хочу Веру! А вот этого не хочешь? Отваливай. Не пойду. Хочу Веру. Первая, которая выйдет, моя. А если она целка, например? Один невесте после свадьбы говорит, сначала будет больно, а потом приятно. А почему не больно, а сразу приятно? А он говорит, дам в рыло, сразу будет больно.
Первая моя. А вот и она. Приступайте. Ну-ка, Тузик. Что, нравится, да? Нравится. Вера. Вера! Что? Лучше Тузика. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь. Николай, друг детства. Вместе учились в математической школе. У математически одаренных людей высокие лбы. Вот у вас именно такой лоб. Вы в булочную? Да. А потом? Вернусь назад в общежитие смотреть мексиканский фильм. Вы следите за сериалом? Маргарет Тэтчер, пошли, жрать хочется. Коля, не гони порожняк. Студентка снимет комнату на длительный срок. Порядок, чистоту гарантирую. Спросить Леночку. А что вы тут делаете? Ребят, на улице прохладно, а вы так легко одеты. Можно сказать, по-пляжному. А у нас кровь горячая. А чем закончилась последняя серия? Не спрашивайте. Она ему изменила. Угу. С этим, с молоденьким. У нас на этаже решили, что она просто очень глупая. А нафига ей ум? Ну, это до поры до времени. Ума, если сразу нет, то потом не будет. Вот это вот правильно. Извините, я не представился. Сережа. Ну, а меня вы знаете, как зовут, Вера. А что это у вас за рисунки? Забава просто. Это не забава, это карта моей жизни. Ну, до свидания. Ну, отпустите руку, пожалуйста. Вера Морозова. Твой. О, мой. Твой. Мой, а где вы его нашли? Спасибо. Спасибо. Пропуск, рецепт и деньги все. Не все. Коля. Теперь все. Ну, по телевизору каждый день сообщают, гарантируется вознаграждение. Это ваше. А мне вот главное рецепты для моей подруги. Она у меня беременная. Ларочка, мы ждем девочку. Большое вам спасибо. Ну что, может быть, мы чайку у меня попьем? О, ну, чай, класс, да еще в общаге. Жрать хочется. Коля. Ребят, вот проще всего приготовить бифштекс по-татарски. Купите свежего хорошего мяса, мелко-мелко-мелко его порубите, добавьте туда перчику, соли, еще туда желток добавляйте. Сырое? Да, сырое и все. Натравиться давайте вместе. Но я в затруднении. Мы действительно с вами мало знакомы, но вы меня сегодня так порадовали, что... Жрать хочется. Очень хочется. Ну ладно, хорошо. Ну глотайте. Глотайте, глотайте, это вкусно. Ну, это же вкусно, правда? Вкусно? Не-не-не, мне не надо, я мясо не ем. Извините. Да я на бой не видела. Глаза коровы, они были такие, что уж я после этого мяса не ем. Запьем? Да-р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 а-
не надо, не, не надо. Нет. Спасибо. Ну, давай. Я пойду поставлю чайник. Все-таки самый красивый вальс на свете – это сказки Венского леса. Проснулись мы с тобой в лесу, с деревьев листья пьют росу, и птички весело живут, и звери мирно так. Хорош, музыку успокаивает, правда? Особенно похоронная. Парам, 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 пам, пам, ла-ла, 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 пам, пам. В Дежупари вы никогда не были в филармонии, не были? Вот придет день, и я вас обязательно поведу туда. Хотите? Вот тогда поговорим. Серега, вдумайся. Деревья с листьями пьют росу. Это же про нее. Я снимаю свою кандидатуру. После сырого мяса хочется движений. Диван покрывала мокрой. Ключик в дверях. Неудобно как-то. Хозяин и ушел. Наброски покрывала на диван. А вы прилечь хотите? Сейчас. Накроем. Пожалуйста. Вот так. Ляжем вместе. Неудобно как-то. Мы с вами мало знакомы. Всего один день. А если бы два дня? Ты чего сюда пришла? Ну как, вы пригласили, и потом... Что потом? Ну, говори, 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 что потом? Может, Колю позвать? Ну, как хотите. Может, пусть погуляет? Ну, как хотите. Бутылок как много. Пьем. Давай, ложись. Я не согласна. У тебя сейчас глаза, как у твоей коровы. Испугалась. Да. Нет. Спасибо большое за прекрасно проведенный вечер. Люди без хлеба остались. Но все равно спасибо большое. Мне пора. Наденьте, пожалуйста, мою куртку. А то вам очень холодно. Да не, она женская, не надо. Нет, нет, она мужская вот именно. У нее застежки справа. Надевайте. А потом принесете ее дежурной, ладно? Она здесь внизу. А комната какая? Моя комната на третьем этаже, 37. Вот смерти Пушкина. Так легче запомнить. Это 37-я? Да. Вера Морозова? Здравствуйте. Я думала, бандит. Ваш? Да, мой. Он в куртке остался. Ну? А вы откуда? Вы куда? Майна!
это Майна! 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 А Майна это кто? Ну зачем же вы так? Вы же разобьетесь. Спасибо. Проходите. Не снимайте, не снимайте. У меня не убрано, правда, правда. А я думала о вас. Сейчас. Вера! Вера, это Максим. Дай сковородку. Я мясо купил. Что это за Максим? Вера, ну ты дома, нет? А что, тише? Чего ты боишься? К тебе, что ли, мужики не ходят? Вот это кто такой? А? Кто это? Это один Это один человек. Это не человек, это мент. Нет, нет. Это один очень хороший человек. Давно здесь живешь, а? Да тихо. Десятый год. А что за работа? Контролером на булочном комбинате. А, булочки с маком, булочки с марципанами, да? Да. А чего ж такая худая? Какая же худая? Я всегда такая. Ничем не болею, просто такая. Что? Ты замужем была? Неудачно. Оно и видно, что неудачно. Вы что, пришли меня обидеть? Я уже и так сегодня целый день на нервах. А как же тогда спасибо за прекрасный вечер, а? А это больше для вас. Так что за Максим? Максим? Это наш комендант. Не надо, не застегнитесь, не растирайтесь. Я что-нибудь не так понял? Хотите чай настоящий индийский? Хотите? Хочу. Я вообще в этой жизни ничего не понимаю. Не знаю даже, сколько хлеб стоит. Вот, я его всегда для гостей держу. Пачка не распечатана, гости нечастые. Вот это вот точно подмечено. О, Максим! Верочка, открой! Это я, Света! Открой на минуточку, а? Ой, что делать-то? Нет. Надо открывать. Ой. Вер, милая, выручи. Дай до получки 1000 очень. Здрасте. Света, Света. Очень нужно. Света, я всю общагу обошла. Нигде нет. Вер, выручи. Ну, может, ты завтра зайдешь, а? Давай. Сейчас нужна бутылка очень. Она у нас женщина экономная. Вся общага пасется. Я вас потревожу. Извините, пожалуйста. Свет, приходи завтра лучше, а? Веруня, бутылка сейчас нужна. Уезжает. Ну, проводить нужно. Она стесняется. Завтра придешь, поняла? Скажи, масть, Веруня. Вор в доме. Я ж косяка давлю. Я ж кнокаю, где мани лежат. О, видите, у Верки мужик. Ух ты, какой красавец. Ну-ка, покажите. Ребят, давайте-ка, ловите!
Ты урка поганый! Ты мне через жопу дышать будешь! Слышь, Вадик, какой? Что, трахнули наконец? Если этот козел еще раз здесь появится, я тебя из общаги за блясто выгоню. Он вас убьет. Мужик едет в троллейбусе, руки держит вот так. Его качает, а ему говорят: мужик, держись за поручни. А он говорит: я не могу, у меня руки заняты. А чем, говорят, заняты? Да жена послала в магазин за лифчиком, размер держи. Бабушка, в каком году умер Пушкин? В последнее время у нас никто не умирал. Я к Морозовой. Вера, берите, Морозова здесь? Ого! Закрой, парень, дверь. Ты куда? Слепой, 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 слепой. Вижу. Вера, это тебе. Спасибо. Так, что у нас сегодня на обед? О, спагетти. Макароны по-флотски. Осторожнее. Слышь, у тебя какой размер? Второй. Второй. Вера, у тебя? Что? Размер. Зачем? Слышь, мужик, все беру. Иди. На. А тебе хватит? Плачу за все, хватит. Девочки, за ваши тоже уплачено. Это тебе? Это тебе, это тебе, это тебе. У тебя есть, да? А мне? Тебе безразмерный держи. Вера. Мужик попался, да? Вера, это нам. Девочки, пропустите меня отрадить. Вера. Ну что, комсомолки, под француженок хиляем.
Можно 100 грамм коньяку? Пожалуйста. Вы имеете в виду первое отделение? А что, еще и второе? Сегодня у нас концерт состоит из двух отделений. Тогда еще 100 книгу. Зрительный зал воспрещен. Я штука вышел. Это и плохо. Вы посмотрите, перед ними стыдно. Неужели вы не уважаете этих великих людей? Нет, бабушка, педерастов я не уважаю. Хочу, в такие вхожу. Ясно? Я не напрашивался, сама позвала. Здравствуйте, Максим Артурович. Ну, я же вас, бледей, предупреждал. Марья Семеновна, пора закрывать эту дверь. То шляться всякая штука. Привет! Да не обращай внимания. Да, завтра меня разбудите с утра. Спасибо за прекрасный вечер. Нужно поезд. И вы тоже не обращайте внимания. Очень вас прошу. Да. До свидания. До завтра. Иди, иди. Это ты, конек, безделоватый здесь шалман пасешь. Слушай, я тебе руки-то пообломаю, парень. Чего? Ты где последний раз чалился? Слушай, я здесь шалман пасу, понятно тебе? Сам я шалман пашу, фраер ты дешевый. Я ее шворил, как хотел, рыба, а не баба. Понял ты? Больше не будешь шворить. Никого. Никогда. Стрельцам предстоит хлопотливый день, зато весенние развлечения пройдут удачно. Козерогу фортуна улыбнется в финансовых операциях. Водолеям нужно Thank you.
Тебя там не было. Поняла? Печально мне, печально. Не будет прощения, не будет. Все прощены. Все прощены, успокойся. Плохо. Печально мне. Уходит печаль, уходит. В своем вагоне. Что ты смотришь? Я просил сидеть в своем вагоне. Легавых видел? Легавых мусоров. На, пожи. Иди в свой вагон. Иди в вагон. Сядь и сиди там. Приехали? Нет, это Каменка. Быстро, быстро. Без паспорта. Как же мне жить теперь? Подумаешь, я сроду без паспорта. А что, у Максима был паспорт? Не знаю. Был? Смешно так. Карандашик точил. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Жалко его очень. Жалко. Очень жалко, да. Ага. У пчелки в шубе. Все из-за меня. Все из-за меня. Тихо. Может быть, он жив. Такую дуру, как ты, еще поискать надо. Да вот, зачем искать? Вот и я говорю, чего искать. Вояки поехали. Может быть, он все-таки жив? Чего там играли? Где? В Тринде, в филармонии. Сказки Венского леса Штрауса. Тоже вояки. Где мы? Все. Передых. Иди сюда. Где мы? Иди сюда. Давай отдохнем. А после дальше пойдем. Ты когда бежала, его так подумала, платье было похоже на даму, которая ищет где поссать. У нас в детстве во дворе жила одна офицерша на втором этаже. А я через окно часто видел, как она натягивает узкое черное платье без панбархата. Я всю думал, ее штрахнуть в этом платье практически невозможно.
И с тех пор мечта. Трахнуть бабу в узком бархатном платье. Ну и что? Мечта сбылась? Сбудется. Уйдите! Ты меня... Господи! Вы живы? Сережа? А та замена, ты оравай, теперь тянули! Ребята, вилая, к бабке не ходи! Деваться некуда, кругом полно нарядов! Тюрьма, процесс, зона впереди, в лунном сиянье снег серебрится. Зачем это? Зонтик. Спасибо. На кого это я похожа, а? На дюймовочку. Сиди, жди. Thank you.
Да. Внимание, граждане! Эвакуация жителей поселка производится в течение 24 часов с момента оповещения. Строго запрещается брать продукты питания, питьевую воду, одежду и другое имущество, выводить домашний скот. Комитет по эвакуации. Вера! 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 Сережа, а я здесь. А я думала, вы меня бросили. Откуда? Спрашиваешь. Сережа, а я поняла, почему здесь никого нет. Наверное, это место будут затапливать, и здесь построят станцию. Хотя мебель в доме, вещи, бутылки в банках. Я не понимаю, куда все подевались-то?
Внимание, граждан! Эвакуация жителей... А почему эвакуация-то? Значок, видишь, радиация. Вот этот? Если хочешь быть отцом, заверни яйцо свинцом. Этот стих про это место. Так вот почему никого нет. Чушь, никого. Я, ты, лошадь, собака и шмель пролетел. Есть нельзя? И дышать нельзя? И пить нельзя? И что замечательно, ни цвета, ни запаха. Не успел оглянуться, у тебя уже на полшестого. А что на полшестого? На полшестого, значит, не стоит! А что не стоит? У мужика не стоит, у коня не стоит, у шмеля не стоит. Влипли, ясно? Сережа, Сереж, ну, мы здесь немножечко подождем и пойдем дальше. Да нет у меня дальше, нет и не будет, поняла? Я решил, ты уходишь, я остаюсь. Все. Иди отсюда. И не реви тут. Слеза смертельна. Собственная слеза. Сережа, Сереженька, Сереж, посмотрите на меня, пожалуйста. Сереж. Сереженька, что? Ну, у нас был вчерашний день. У нас есть и этот день. Даст Бог, будет завтрашний. Сереж, что-то мне вот супчику хочется. А может, сварим, а? Ой, Сережа, к нам кто-то плывет. Уйди оттуда. Быстро в дом. Водку спрячь. Время-то поставили? А? Поставили. Абрам просыпается и говорит, Сара, достань-ка челюсть с полки. Я тебе сейчас буду кусать со страстью. Thank you.
что вы? Как он притернулся? Узел! Узел! Вот сучья машина. Ты кто? Кто ты? А вы кто? Хрюшки-гуманоиды. Чего? Я представитель президента. А ну-ка, документы. Быстро. Я говорю, документы. Вот тебе документ, падла. Кто же ему так ручонки разрисовал, а? Да президент, наверное. Раб КПСС. Говно собачье. Да он бегает, похоже. О, Николай Иванович, уходи. Ну давай, Кузя, твоя работа. Ну ладно, его никто искать не будет. Никто не будет, тебя искать не будет. А его ищут, ты искать будут. Я один, что ли? Ну давай, Лобанов, давай, учитель крест, стои, задерзай его. Давай, тащи, шевелись. Сереженька. Давай, давай.
Сколько ты добра-то перевела? Больно? Ничего. Потерпите. Ничего? О, брат. Это кто же к нам пришел-то? Сходи. Как иди помочь, сюда. Тебя нету. Иди сюда. Заходи. Ну, иди ко мне. Заходи. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Сереж, он есть хочет. На, пусть глотнет. Вы что, с ума сошли? Ты нас нашел, да? Ну, иди ко мне. Иди ко мне. Мой мальчик, иди ко мне, хороший. Ты хочешь есть, я тебе сейчас принесу. Какой ты красивый. Брат, иди, пей. Попей. Если хочешь пить, попей. Сереж, Сереж, к вам рыбка пошла. Большая? Фу. Ну да. Вот такая. Сереж, а как вы думаете, люди сами уехали или их вывезли? А? Вывезли. Опыт есть. Опыт есть. Жалко. Кого? Людей кого? Людей? А себя? Людей. Все живое. Все живет. Ой, Божья коровка. Божья коровка, иди-ка ко мне сюда. Божья коровка, улети на небо. Принеси мне хлеба, черного и белого, только не горелого. Не разводи по филармонию. Все живое, 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 живое. А? Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, черного и белого.
Только не горел. Ты откуда здесь взялся, мужчина? Вера! А? Смотри, как ты! Да что ж ты! Петя! Господи, как хорошо! Ну-ка! Здравствуй! Ну-ка! Здравствуй! Травки, а? Тебя что ж забыли вот здесь, да? Что ж вы его травой-то кормите? Витамины. Петя! Судя по решеткам. Здравствуй, дорогой мой! Ментовская! Петя! Дорогая! Петя! Добро пожаловать, как говорится. А это тюрьма. Здесь уголовники сидят. Да, мы здесь сидим, уголовники. Если б знали вы, граждане судьи, что творится по тюрьмам у нас. Вот Вера, 30 лет. Из них 17 вот здесь. Все время с этой стороны. Это как дом. Заходи. Я в гости зову. Спасибо. Но ненадолго. Нет, не надо. Боишься? Нет? Ненадолго? Сережа, а что вы делали до тюрьмы? Сидел в тюрьме. А раньше? Сидел в тюрьме. А еще раньше? Все одно и то же, Вера. А за что, Сереж? Ты что, следователь, что ли? За что я сидел? Ты бы лучше спросила, за что я сяду. Понятно, чего ездят. Фрейра. У них тут перевалочный пункт. Сереж, выпусти меня отсюда. Выпустите меня отсюда, а? Здесь. И раз. Торопимся, торопимся. И помни про время. Лобанов. Лобанов! Иди сюда. Ну, мы, значит, с Кузей загружаться, а ты на склад. Вот. Да, на обратном пути загляни в колодец. Что там наш представитель президента? Вот. И, слушай, значит, Абрам просыпается и говорит: Сара, ты посмотри, какие у тебя ноги кривые. Она говорит: да, какая разница, все равно на работу ходить. По три мешка кинем и все. А то в прошлый раз, помнишь, чуть не утонули. Ты наверх, а я снизу возьму. Только рис берем. Да, 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 только рис, конечно. Ты что? Что-то Петя нашего не видать. Петя. Ты? Я. На парашу, падла. С мешком? С мешком, с мешком.
Юдинком одной. Если ты, падла, тяпкнешь раз, пришью и не спрошу, как звать, понял? Ствол видишь? Идем? Идем. Несем? Несем. Это не я отбил. Стоять. Стоять. Из двух стволов сразу, понял? Открыл калитку. Открывай, открывай. Будете шуметь, фраера, обоих шлепну. Железякой по голове, бля. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Николай Иванович? Он здесь. Я же говорил, придут. Вот пришли. О! Знакомый звонок. А ну из карманов все долой. Намордники снять. Одним воздухом дышать будем. Иди сюда. Одним воздухом дышать будем. Вот так. Течет речка по песочечку, бережка крутые, а в тюрьме сидят арестантики. Парни молодые. Течет речка по песочечку, золотишко моет. А молодой жульман, а молодой жулеман. Начальничка просит, ты начальник над начальниками, отпусти до дому. Ой, очень скучная тюрьма наскучила. Парню молодому. Этот не отпустит. Что ты говоришь? Бежать, говорю, надо. Конь головку клонит, там молодая ее не доцегает на тихо. Шульмана хоронит. Че это ты ушла, а? Не могу я там. А че это ты не можешь? Я чувствую себя лисой, которую привели в меховой магазин. А, так я ж хозяин в магазине. Я их буду судить. Они у меня тут сгниют. Ага. Не имеете вы на это права. Нехорошо это, не по-людски. Их дома ждут, беспокоятся очень.
мышь их в филармонию сводить. Не по-людски. А по башке железяка это по-людски, головой в колодец. Они там рис и сахар этот продают, людей травят. Это что, по-людски? Их бы там поймали сразу вышка. Сразу к стенке. Да, они преступники. Но вы простите. Это трудно, но вы простите. Вера, всю жизнь я был у них в руках. Теперь они у меня. И я им буду прокурор и судья. Я им буду закон. Я там машинку принес, сиди дома и шей. У меня уже есть 4. Будет 5. А вы подайте мне того начальничка. Крой я напиюся. Ну так, кто из вас меня по тыкве? Простите, как ваше имя, отчество? Обращаться будете так. Гражданин начальник свободной зоны. Гражданин начальник особой зоны. Свободной зоны. Гражданин начальник свободной зоны. А Лобанов говорит, что вы нас, ну, понимаете. Я не согласен. Не согласен. Не надо бежать. Руки за спину. А ты что скажешь? Как тебе там? Это Кузя. Ну так что, Кузя? Я никуда бежать не собираюсь. Шестерка. Ты-то как уляпался? Гражданин, начальник свободной зоны, по нужде надо, а? О, кто пришел? Помощник. Проходи. Будешь? На. Что делать с нами будешь? Судить. По каким законам? А ты парашнику своего подельника спроси, по каким законам он здесь порядки наводил. Спроси у советской власти. По каким законам? По нужде нужно. Это дозиметр. Там есть кнопка, если включить, побегут цифры. Ты посмотри. Гражданин, начальник свободной зоны, по нужде нужно. Заткнись. Гражданин, начальник свободной зоны, мы бы хотели знать, что дальше. Дальше буду вас судить. И долго? Я думаю, месяц. Месяц? Тогда надо переговорить. Да? Ага. На нары, петух! Кузя, да я не про это. Мы вот сейчас стоим, а смерть входит в кровь в кости, понимаешь?
Ты замочил кого-то? Отсиживайся здесь, да? Давай сделаем так. Уходим вместе. Я даю тебе и твоей женщине денег, новые документы, лекарства. Ты согласен? А с этим что хочешь, то и решай, твое дело. Ну ты сука. Я вчера рано утром проснулась и увидела на реке белый-белый туман. О, птицы улетят. Они вернутся сюда весной? Они что-нибудь чувствуют или нет? Ничего не чувствую. Для них высидеть птенцов важнее всего этого человечьего говна. Жизнь посильнее, понимаешь? Конечно, птенцы будут другие. Клювы другие, головы. А мы что-нибудь почувствуем? И вообще, как это начинается? С чего это начинается? А? Начинается с того, что сильно хочется бабу. Говорили другой, Сережа. Ну, это потом уже. Сначала ты ее так берешь, а обнимаешь и говоришь: Вера. Не гони порожняк, Вера. Верочка. Мне с мамой цыганка нагадала, что вторая половина моей жизни будет счастливой. Представляете, как я долго ждала? Вот я сейчас сижу, смотрю на реку и думаю, это вторая жизнь. Смотрите. Смотрите. Смотрите, еще одна лошадь. Нет. Это та же. Видишь, веревка на шее. Но она совсем белая. Белая. Наташа. Лобанов! На допрос! Гражданин начальник свободной зоны, а почему вы меня не вызываете? Я давно не был на допросе. Я люблю допросы. Садись. Ну, как самочувствие? Почему плохо кушаем? Что, еда? Не нравится. На еду грех жаловаться. Я в курсе, как кормят в других зонах. У нас еда не самая плохая. Ну что, Лобанов, в молчанку будем играть? Я все уже сказал. Ну,
Этого мало. 35, образование высшее, учитель, ха, женат. Не привлекался. А конкретно? Конкретно трое детей. Гражданин начальник, он у нас марксизм преподавал. Заткнись, петух. Они? Связи. На кого работаешь? Зачем тебе мои связи? Ты совершенно в других сферах. Откуда ты знаешь про мои сферы? Да уж знаю. Отца не было. Мать алкоголичка. Да. Сестра проститутка, так? Так. И отец своего отца не знал. Круг. Какой круг? Круг замкнулся. Вы все вот такие вымрете. Ты же обречен от рождения. У тебя гены испорчены. Бросовый материал. Еще тебе про твои сферы. Какое сегодня число? Я, суки, вас спрашиваю, какое сегодня число? Хамид, да? Хамид. Дело идет к концу. По Уголовному кодексу России у вас получается несколько статей. Ну ладно, Лобанов. Сыграем. Как в прошлый раз. Под шнобель. Еще. Еще. Перебор. Можете ведь сразу. Мне в карты никогда не играй. Играй. Еще. Перебор. При 20 очках берешь третью. Сколько лет партийный стаж, партиец? 10, можно сказать, с половиной. Буду бить 11. Шнобель. Играем. Бери. О, золотое очко ты выиграл. Ты выиграл. Дышим. Вообще-то ты из той породы, которые никогда не выигрывают. Которые горбатятся всю жизнь. Ты пионером в горн дул. На училку дрочил. Тебя всю жизнь парили. Теперь опять горбатишься и из заговенного риса яйца свои подставляешь, детей травишь. Ты, небось, своих троих этим рисом не кормишь? Что, дышать хочешь? Я тобой круг замкнул. Ну и тебе из своего никуда не вырваться, потому что я тебя напарил. Гляди, фраер. Тройка. Семерка. Туз. В лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дороге громче троечка мчится. День-день-день, колокольчик звенит. Это звук, говорит, приехали. Вера, Вера, праздник начинается.
Зачем вы это сделали? Что? Ну зачем вы это сделали? Чего? Ну они сами захотели. Да они сами же запрягли. Да я прошу вас. Смотри, я прошу подожди. Вас. Смотри, они у меня траву и едят. Не делайте этого. Смотри, смотри. Ну не делайте этого, так нельзя. Смотри-ка, а этот наелся уже. Выплюньте, пожалуйста. Ну, все, да, все, 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 Вер, Вер, Вер. Ну. Ну это же мой день все, рождения. Хорошо. Извини, прошу. Пожалуйста, я пошутил. Извини. Ну, нельзя же так. Ребят, по-хорошему. Выходите. Динь-динь-динь. 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 Колокольчик звенит. Этот звук столу много мне говорит. Я хотела бы в свой день рождения угостить вас пирогом, который я сама испекла. Пожалуйста, ешьте. Пожалуйста. Спасибо. А сколько вам лет исполнилось? Да уж. Твое дело, придурок. Много. Вера? Много уже. Вера, да. А как ваша фамилия? Морозова. Я, знаете, в детстве Павлика Морозова играл. Да что вы? В Дом пионеров. Правда? Правда. Да, мне даже портфель подарили. Ну и что? Я в детстве в кино снимался. Как? Че, не верите, что ли? Колодцы подмокло. А. На. Это на свет надо смотреть. Угу. Ой. Ой, какой красивенький мальчик. Ну-ка. Ой, а тут еще красивее. А теперь. И теперь ничего. Можно? Пожалуйста, какой мальчик. Посмотрите. Мальчик. 14 лет. Первая охотка. На свет надо смотреть, дай сюда. Что ж вы раньше-то не рассказали? Сереж. Скромность украшает. Павлика Морозова он играл. Ты высоко не поднимай, а то неудобно, ладно? Попросите об амнистии. Граждане России, к вам обращаюсь я. Хочется по-человечески выпить и прямо сказать, с Верой можно идти в разведку. Она женщина с большой буквы. Честно говоря, если б не она, я б вас давно шлепнул. Ну, Сережа. За Веру. Гражданин начальник свободной зоны, разрешите, я для первой леди нашей зоны спою песню. Прилично. Угу. Ну, давай. Солнце всход, о, одит и заход, о, одит, а в тюрьме, моей темно, о, часовые, и днем, и но, о, очу сторожа, от мое окно, о, сторожи, идти как хоти, идти все равно, о, я убегу, я тебе убегу. Оторви и те руки, но о, оги я ножо, о, опи уползу. Хотите рыбки? Немножечко. Пожалуйста. Oh.
тоже захватили. Что? Вас тоже захватили. Вы презираете меня. Так и должно быть. Но нищета, понимаете? Детей кормить нечем. Я видела фотокарточку ваших детей. Очень хорошая. Расквасился. 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 Отдай, отдай, домой, домой, я кара. Баба бы свою пожалел, ублюдок. Уходит. Лобанов! Ублюдок! Тебя пол-литра. Пришел на праздник. На, ешь. Будь здоров. Амнистию. Не надо. Не надо. Амнистию.
Надоели. Встал. Господи, огради его. Окаменело сердце его. Возьми мою жизнь. Возьми мою душу. Только прости его. Я знаю, великий грех с нами. Великий грех с нами. Но ты прости его. Ты накажи меня. Ты прокляни меня. Но только не его, Господи. Поддержи его, Господи. Поддержи. Прошу тебя, Господи. Ведь я же люблю его. Я совсем одна. Нет, не кричала. Сереженька, Сереж, что такое, а? Бесилась мать. Отнимала мне голову. И когда мама, моя мама, мыла эту голову, она сказала: Сереженька,
тебя не отмыть никогда. Вы умница. Сережа, вы умница. Как хорошо, что вы их отпустили. У меня теперь душа спокойна. Хватит мне выгать. Не надо меня гладить. Вера, ты мне противна. Ты старая. Ты никчемная. Глупая баба. Сколько тебе лет? Сколько? Немного лет. Очень много. Но я уже пожила. У меня на тебя не это. Все. Финиш. И кошелек у тебя украл я. Иди, иди.
Начальник, я Кожин. Ну? Я Кожин. Ну? Ширинку застегни, мудак. Это я. Ты знаешь, Сережа, я поняла, почему мы тогда упали. Просто отвалилось колесо. Так случается. Откуда? Спрашиваешь. Красиво. Кто прибежал? Здравствуй! Здравствуй, мой хороший! Здравствуй, мой родной! Встречай нас, да?
соскучился? Соскучился? Тебя спрашивают, это он? Да. Он. Светится. Играйте, сударь, играйте. Мы идем домой. Нас ждут. Я велела затопить камин. Мы будем слушать музыку. Нас ждут. Играйте, суды, играйте. Ну?